Доброе время суток, коллеги. Сейчас я запишу очень полезное видео, как создавать новые удобные формы хранения информации и как их сохранять в панели закладок, вот так, как сделано у меня здесь в верхней части. Итак, мы открываем сначала Google Диск. Сейчас покажу с самого начала. Вот здесь мы его находим в сервисах, или он может быть с этой стороны у вас расположен. Диск, нажимаете. С левой стороны ищите кнопку «Создать», синяя. Нажимаете «Создать». Выбираете тот вид документа, который вам нужен. Документ, таблица, презентация или еще что-то. Да, выбираете то, что нужно. Ну, например, документ. Нажимаем. Вы создаете документ. Обязательно его обзываете каким-то образом. Например, вы делаете шаблоны переписок. Шаблоны переписок 1. Сделайте, да, один. Вот сюда вы будете сохранять все шаблоны. Если вы хотите дать кому-то посмотреть этот шаблон, то вот здесь нажимаете «Настройки доступа», спускаете чуть ниже, выбираете «Расширенные», «Изменить», вот здесь наверху «Изменить», и вот тут ставите вторую строчку, выбираете «Для всех, у кого есть ссылка». Вот тут вы выбираете или «Просмотр», если вы хотите, чтобы люди только читали. Если вы хотите, чтобы они тоже редактировали, то вы нажимаете «Редактирование». Тогда они могут что-то менять, удалять, добавлять и так далее. То есть, да, здесь вот будьте внимательны. Если смотреть, то они только смотрят и копируют. Если редактировать, то могут все удалять или добавлять. То есть это на усмотрение, для чего вы создаете документ. Если для общей работы команды, то, конечно, редактирование. Нажали «Готово». Все. Теперь нам вот эту с вами ссылку нужно сохранить в панель закладок. Для этого набираете звездочку, нажимаете, и выходит сразу «Добавить закладки», страницу закладки. Нажали на звездочку. Он нам предлагает имя. Вы можете здесь его менять, как вам угодно. И далее выбираете папку. Например, у меня уже есть какие-то папки. Я могу выбрать из тех, которые у меня есть папки. Могу нажать просто в панель закладок, тогда оно появится наверху в панели. Либо я выбираю другую папку. Да, выбираю, создаю другую папку. Ну, например, как сделать в панели закладок. Нажимаем «Панель закладок». Готово. И сейчас мы эту вкладочку закроем и открываем новую. И ищем вот здесь, вот правда у меня здесь очень много. Видите, панель закладок, он будет в самом-самом конце. Если у вас панель, вот видите, появилась в самом конце, нажимаем. Вот она, эта табличка у нас открылась, то есть документ. Если у вас пока это здесь панелька пустая, то оно у вас появится где-то в самом начале. Первое будет или второе. А когда здесь набирается очень много, то оно переходит туда на стрелочки. Можно компоновать все по папкам. То есть можно создавать папки. Сейчас тоже покажу, как это делать. Например, этот же шаблон мы выбираем сохранить не в панель закладок, а выбрать другую папку. Мы нажимаем вот здесь вот, так, сейчас, секундочку, новая папка с левой стороны, новая папка. И называем эту папку, например, все шаблоны. Все шаблоны. Все шаблоны. Нажимаем «Сохранить». Далее смотрим звездочка. Все шаблоны. Готово. Закрываем. И вот тут вот у нас с вами должна появиться папка. Но она не появится, потому что очень много всего. То есть она у нас тоже здесь где-то будет. Сейчас, секунду. Да, вот она, эта папка. И мы ее можем с вами так взять мышкой и вытащить вот сюда на панель. Например, вот сюда мы поставили. Она появилась здесь, а то, что было последнее, ушло вот сюда в панельку. Вот оно, в самом верху. Я надеюсь, вы поняли, как это делать, потому что здесь, в принципе, все просто. Смотрите глазками, читайте все, что тут написано, то, что вам предлагает программка. Ничего сложного нет. Я думаю, вы с удовольствием с этим справитесь. Кстати, очень-очень удобно. Вот, например, у меня все таблички вот здесь. Я открываю. Здесь все, что по ОРИ. Здесь школы, отчеты по урокам и так далее. Здесь у меня все мои закладки. Почта, все соцсети, то есть чтобы каждый раз их не вбивать, это у меня здесь. Сайт Oriflame, вот он здесь. И я знаю, где у меня что расположено, и мне это очень удобно, экономит массу времени. Спасибо вам за внимание, успехов при создании. Если будут вопросы, пишите, всегда помогу.